Всех приветствую, дорогие друзья, на моем канале. Сегодня у меня клубника на заморозку. Почему именно замораживать? Потому что она сохраняет свой вкус и полезные свойства, которые могут вам насладиться этой вкусной ягодой круглый год. В этом году клубника дороже, чем в прошлом году, но я все же решила купить одно ведро. Еще было бы интересно узнать, сколько нынче стоит клубника в вашем городе. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно, кто откуда и как вы обычно готовите клубнику на зиму. Для начала нужно будет тщательно вымыть клубнику. Замачиваем ягоды в холодной воде на несколько минут. И после чего нужно будет ягоды просушить. Влага на поверхности клубника может превратиться в лед, что негативно скажется на текстуре и вкусе ягод. Разложите их на салфетке или на бумажное полотенце и оставьте на минут 20-30. После того, как клубника вымыта, удаляем плодоножки. Это можно сделать с помощью ножа или просто отрываете плодоножки. Главное не повредить ягоду. Следующим делом уже готовую клубнику кладу в пакетики, в специальные пакетики для вакуумирования. А с вакууматором у меня печальная история. Заказывала его на Валберес, самый бюджетный, по хорошим отзывам, что и после первого же использования он у меня сгорел. Поэтому сразу говорю, не советую. А смотрите, если вы хотите, чтобы клубника осталась целой, и чтобы ягоды не слипались при заморозке, для этого вы можете разложить ягоды в один слой, в лоток для заморозки, и убрать в морозильник на 2-3 часа. После заморозки перекладывайте в пакетики или в контейнеры с крышкой. Вот и все, клубника готова к зимнему хранению. Так она сохранит свой вкус, аромат и все полезные свойства. Используйте замороженные ягоды для приготовления десертов, смузи или просто для перекуса.